Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Начало месяца и два расклада в формате руки-карты. Сегодня хочу сделать расклад, название которого вы уже видели, да? Себя найти, понять и стать счастливым. Скорее всего, расклад будет такой достаточно глубокий для понимания себя именно. Поэтому себя найти, да, про это. Расклад я буду делать сегодня на одну позицию. Для тех, кто любит одну позицию. Кто нет, ждите, на следующей неделе выйдут расклады на позицию. Итак, мы с вами приступаем. Несколько колод я выложила. В последнее время я с ними работаю. Вот, и не стала менять. Пускай будет так. Итак, у нас будет 6 вопросов. Первый вопрос. Где я сейчас нахожусь? Там сбоку вам видно, где я сейчас нахожусь. Знаете, на данный момент какая-то вот такая неопределенная ситуация, где-то направленная на реализацию своих желаний, где-то на какое-то вот удовлетворение, но не полностью, а вот как какая-то часть вашей жизни, да, что-то вас удовлетворяет, причем это какая-то вот маленькая такая часть, потому что пажи – это все-таки начальная энергия, но не полностью. Есть здесь что-то, что у вас еще, не хочу сказать ранит, потому что здесь нет такой энергии, да, ранимости, здесь есть энергия какая-то вот, знаете, чувствительности, нежности, да, здесь вот как подснежник, как тюльпан белого такого цвета, знаете, который выходит прям вот из-под снега, либо среди снега еще находится, такая вот, что-то такое нежное, хрупкое, прозрачное, и может быть здесь у кого-то зарождаются какие-то эмоции, да, либо первые-первые чувства, но что-то однозначно приятное, да, вот здесь приятное. Так, где еще вы находитесь? Вот сразу туз пентаклей выпал. Я же говорю, в начале какого-то пути. Здесь новый путь зарождения эмоций, зарождения каких-то идей, да, желания их воплотить. Возможно, вы получили какой-то шанс, и вот в этом шансе, да, как-то вот вас переполняет. Но здесь не яркие эмоции, не проявленные, а наоборот, такие вот очень нежные, хрупкие, вот что-то детское такое, что-то нежное, чувствительное, очень-очень приятное. Это то, что сейчас зарождается, да, что именно... Ай, выпал наш дьявол, что зарождается... Здесь такое чувство, что зарождаетесь вы в плане... как называется, в плане вот как будто бы познания себя, да, именно в плане осознания себя, вот здесь вы как будто бы узнаете свою душу, да, вот на самом начальном этапе. И вот какие-то здесь знания начальные, которые приносят вам удовольствие, и это знания, они помимо того, что дают какие-то шансы, да, какие-то возможности, они дают силу. То есть, как бы так сказать, это вот когда, знаете, влюбляетесь в какого-то человека, и это вас наполняет. Вот это наполнение, это есть ваша сила. Начинаете что-то изучать, и вам это приносит удовольствие. Вот это вот удовольствие, это ваша сила. То есть здесь ощущение того, что все, что с вами сейчас происходит, оно направлено на осознание. На осознание себя, на осознание своей души. Но вот вы как будто бы только-только вступили на этот путь, на путь познания себя. Даже не просто познание, здесь вы не познаете, а здесь вы осознаете. Вы как будто бы смотрите на себя с разных сторон, по-новому, что-то новое в себе открываете. Независимо от того, сколько вам лет, да, здесь какие-то вот такие удивительные моменты, когда, ну вот как у там, кристалла, да, есть несколько сторон, несколько граней. И вот вы видели и понимали, что у вас есть энное количество граней, вдруг неожиданно увидели, что есть еще что-то. И вот это вот как-то, знаете, так на солнышке блестит, переливается.
И вам это очень-очень нравится. Да? Вот что-то здесь вы узнаете о себе любимом, о себе родном. И вот так вот прямо, знаете, вот душа радуется. Ну, наконец-таки, да, она обратила, либо он обратил внимание на это. Это вот очень-очень приятно. Здесь вот прям такие энергии, они нежные. И даже дьявол это вот не в негативном ключе, а как раз-таки в ключе самоосознания, что, блин, как здорово, как хорошо, что я там, я не знаю, прочитала эту книгу, либо как хорошо, что я пошел на этот курс, и я узнал теперь вот это. Что-то здесь такое новое. Хорошо, что вас привело сюда, да, вот именно вот в этот момент, так, отодвину, узнавание себя, вот. Не познание, а именно узнавание. Вы как будто бы себя вспоминаете, точно. Здесь вот узнавание, может быть, кто-то действительно проживает какое-то дежаву. Да, здесь такое есть. Что вас сюда привело? Конфликт. Конфликт внутренний с самим собой. Причем конфликт, связанный с каким-то неудовлетворением. Да? Что-то вас здесь не удовлетворяло, вам не нравилось. И это послужило таким спусковым крючком на то, чтобы вы обратили на это внимание. Может быть, это связано с вашей жизнью, с финансовым аспектом. Тоже такое может быть. С материей как таковой, да, либо люди каким-то образом на вас повлияли, то есть не могли, может быть, договориться с людьми, может быть, конфликтовали, может быть, конфликты каких-то взглядов, да, может быть, потому что все-таки дьявол – это про силу, это про власть, это про влияние, ну, помимо осознания в наивысшей ипостаси. Что еще вас привело сюда? Ну вот, королева Педакли, знаете, желание, желание жить лучше, причем не просто жить лучше, здесь не про богатство, потому что все-таки вопрос сознания идет и момент своей души, а именно желание, знаете, жить в благости, вот как-то вот процветать. Здесь внутреннее состояние рассвета вашей души, то есть, знаете, когда мы говорим себе, блин, неужели вот это вот моя жизнь, да, неужели только так я могу жить, неужели у меня не будет возможности что-то улучшить, как-то вот по-другому, да, проживать какие-то другие состояния. И вот эти вот вопросы, они как будто бы, знаете, сбрасывают с вас все лишнее, какую-то шелуху, которая вам не совсем нужна. И вот вы начинаете постепенно смотреть на жизнь под другим углом. И вот то, как вы смотрите сейчас, вам это очень-очень нравится. Вот слово именно «благость» у меня идет здесь, да, и «процветание». Желание, может быть, для кого-то действительно было желание вступить в какие-то стабильные отношения, да, создать семью, а для кого-то, может быть, финансовый вопрос был очень важным, и это послужило каким-то, знаете, вашим толчком, чтобы вы двигались дальше. Шли в развитие. Что еще вас привело сюда? Угу. Знаете, здесь может быть мнение либо взгляды каких-то других лиц, которые на вас повлияли. То есть это люди могут быть более мудрые, знающие, ведущие, да, какие-то философские взгляды, может быть, какие-то веяния, я не знаю, там, Востока, да, ведическая какая-то система, может быть, религиозные какие-то направления. Вот что-то, что связано с мудростью, с философией, с сознанием, вот на вас как-то повлияли. Причем не на вас как на личность, да, то есть как на человека, на внешний план, а именно на внутреннее. То есть у вас перемены идут внутри. Вот конфликт, все началось с того, что вас что-то стало не удовлетворять в вашей жизни. В данном случае все-таки я склоняюсь к материальному какому-то аспекту, да, может быть, у вас финансы. И вот вы как будто бы захотели узнать, а как я могу получать, как я могу больше зарабатывать. И вы столкнулись, что это связано, знаете, с вашей ценностью себя. И вы поняли, что мне нужно поработать над собой, чтобы стать вот такой, знаете, уверенной женщиной, которая, ну, либо... Если вы мужчина, быть рядом с такой женщиной,
которая, знаете, как-то вот наполняет, да, вот эта вот забота, ощущение, когда деньги проходят легко через вас, да, когда вы вообще не заморачиваетесь над тем, где заработать, то есть вам работа, от того, что работа приносит вам удовольствие, да, к вам приходят деньги из разных источников, то есть у вас вот именно понимание, как работают деньги, как работают финансы, как можно материально вот себя расширить. Вот здесь про это. Здесь деньги очень важным моментом стали. Потому что деньги вам дают безопасность, деньги вам дают власть и силу. И вот вы стали как будто бы изучать, возможно, какие-то древние знания, писания, может быть, общаться, взаимодействовать, может быть, вступили в какую-то группу по интересам с людьми, с аналогичными взглядами с вами, где вы можете обмениваться информацией о том, как у других людей, да, получается, как они могут зарабатывать деньги. А может быть, здесь для кого-то даже и вопрос заработка, например, в интернете. То есть там, где очень много разных людей. Либо в каких-то пабликах, либо в каких-то сообществах, каких-то группах. Но вы здесь не в одиночку. Да, это 100%. Так, а следующий вопрос. Куда я хочу прийти? Твои капендакли. Здесь такое, знаете, ощущение, что вы сами еще, такую карту поставлю, что вы сами еще не знаете, да. Почему? Потому что здесь девушка, она держит яйцо в руке, то есть вы еще сами не понимаете, что из этого получится, что вылупится, да, какая птица вылупится из этого яйца. То есть уже начало положено, и здесь, знаете, вам даже это очень любопытно, и вам интересно, а что же получится? Но есть очень много страхов, что что-то может пойти не так, потому что здесь ящик Пандоры, да? Когда все беды вышли, остались только вера и надежда, да, и любовь в самом конце. То есть вы... Куда вы хотите прийти? Неизвестно еще, куда вы хотите прийти, но вы надеетесь, что то, куда вы придете, это будет то самое, что вам нужно. Но здесь, знаете, даже вопрос не в том, куда вы придете. То есть вы не задаетесь этим вопросом, как будто бы конечным результатом, сколько вы наслаждаетесь самим процессом, потому что он для вас какой-то вот такой необычный, что ли. Куда вы хотите прийти? Десятка жезлов. Знаете, вы хотите куда-то в новое прийти, причем не просто новое, а чтобы вас это новое наполнило. Посмотрите, он как будто бы хочет прикоснуться рукой, ну, по крайней мере, мне так кажется, да, к реке. И с другой стороны держится здесь за этот жезл, да, и тянется. И так хочется оставить этот жезл и пойти к той реке, да, к тем чувствам. Река – это про чувства, про состояние, про эмоции. Хочется вот этого, знаете, наполненности, вот то, что я говорила, вот это вот процветание, да, изобилие, счастье. Хочется каких-то таких глубоких состояний, но они неспокойны, они как будто бы, вы знаете, фоном вас будоражит, так это предвкушение такое, знаете, когда состояние замирания, а что будет, а как будет, а все ли будет хорошо, но здесь нету волнения, здесь нету переживания. Вот здесь человек как будто бы тянется к этому, но он не может оставить свой жезл, есть еще что-то, что вас сдерживает. Угу. А что вас сдерживает? Давайте посмотрим, что вас сдерживает. Ну, смотрите, здесь у кого-то семья. В прямом смысле, может быть, семья, либо что-то из прошлого, да. Возможно, у кого-то болезни, потому что 20-й аркан – это очищение, да, это выздоровление, возвращение. Может быть, кто-то еще надеется на то, что что-то можно еще вернуть из прошлого, что-то можно еще восстановить. То есть здесь как-то вот прошлое, либо семья еще сдерживает. Хорошо, тогда мы идем вне вопросов, пока я спрошу, почему вас сдерживает это прошлое, да?
Ну, потому что там вы ощущали себя девяткой педакли, да, человеком таким. Как будто бы, знаете, независимым, уникальным, как-то вот выделялись. То есть если это отношения, то здесь ощущение того, даже если это не отношения, а вообще семья, что такое, здесь это связано с тем, что там вы ощущали себя каким-то вот необычным человеком, не похожим ни на кого. И вот у вас это состояние, оно наполняло. И я могу предположить, что за прошлое вы цепляетесь не как за прошлое само, а именно за то, кем вы себя ощущали в этом прошлом. Поэтому здесь вы тянетесь к новым чувствам, да, вот тут к новым эмоциям. Но эти новые эмоции, они должны быть ярче и круче, чем те, которые вы испытывали ранее. Вот эта вот уникальность, да, независимость какая-то вот, какой-то... Не то чтобы превосходство, но это такое, знаете, что-то удивительное, неповторимое. Плюс ко всему здесь было такое некое ощущение небольшого отшельничества, да, когда я отдаляюсь от других, и мне так хорошо с самой собой. Здесь, возможно, в новое вы не идете, потому что, может быть, для кого-то и актуально то, что идет партнерство. Вот, и вы как будто бы не готовы, потому что вам хорошо так, как было раньше. Здесь вы не можете оставить вот это вот прошлое ощущение, потому что не знаете, что вас ожидает в будущем. То есть будет ли оно такое же хорошее, как и то, когда было в прошлом. Но вот это вот внутреннее трепетание, да, того, что да, я хотел бы очень, чтобы там было тоже так хорошо. И все равно вот пересиливает, да, вот... Будущее, оно как-то пересиливает вот это вот ваше прошлое. Почему вы до сих пор не там? Почему вы до сих пор не там? Да, где там, не знаю, но почему вы до сих пор не там? Ну, потому что здесь идет процесс обучения, да, вам нужно еще научиться. Посмотрите, восьмерка педаклей. Непонятное существо, стоящее, знаете, как муха, стрекоза на высоких ножках. И что это, как сороконожка или что-то, да? Как в цирке, то есть идет дрессировка. Обучение, я бы сказала, то есть вы еще как будто бы не готовы, да, то есть не хватает какого-то мастерства, не хватает какого-то умения, чтобы попасть в это новое, то есть даже если это как-то профессиональная сфера, которая вас наполняет, то здесь вам однозначно не хватает какого-то даже не столь опыта, да, а знаете, вот я бы сказала, веры в себя. Потому что здесь вот эта вот букашка, сороконожка, она прямо вот в глаза смотрит этой мухе, что как признание, да? Вот признай меня, что я хорош, вот признай, что я все правильно делаю. То есть здесь акцент идет не на то, что я делаю, а акцент на признание. Поэтому вы не верите в себя, да? Пока еще вот, то есть вот в этом загвоздка. Почему вы еще до сих пор не там? Ну вот не верите в себя, вот и Луна как раз-таки... И говорю, то есть есть какие-то страхи, да, какие-то скелеты в вашем шкафу. Вы как будто бы боитесь, знаете, себя полностью раскрыть, вот мне хочется сказать. Потому что здесь девочка наполовину вне воды, а вот вторая половина внутри. И здесь вот этот вот страх, да, показать себя полностью, проявить себя полностью. Здесь детский сценарий идет, одобрение. Признание, одобрение. То есть для вас это очень-очень важно. И вот пока вы на этом зациклены, вы как будто бы не можете пойти в новое. Потому что, возможно, в новом там более какой-то, вы знаете, зрелый, что ли, подход иной, где не нужно будет кого-то признавать, и вам это не нужно. Вот здесь, скорее всего, это нужно отработать, вот эти вот сценарии. И вот Верховная Жрица, представляете? Вода, то есть Луна и Верховная Жрица. Верховная Жрица, да, управляет Луна. Угу. И она тоже наполовину открытая.
Я бы сказала, что здесь причина того, что вы недоверие, что вы еще не оказываетесь там, где вы находитесь, потому что здесь нету доверия. И в данном случае нету доверия к себе. И здесь еще есть такая, знаете, вот привычка, я привык быть таким сдержанным, я привык не показывать свои эмоции, я привык все держать внутри. Вот этот вот холод, где-то может быть обиды. Ну, нет, здесь даже не обида, а здесь, знаете, вот одеваете эту маску, внутри вы очень теплый человек, потому что все-таки по шкубкам выпадает, да, внутри вы человек, который хочет познавать мир через любовь, через состояние, через ощущение, для вас это важно. А вот внешне вы носите вот эту вот маску неприступного человека, недоступного. То есть да, здесь высокая башня, здесь она на длинных ногах стоит, да, то есть к вам не подступиться. До вас не дотянуться. То есть вы всех держите как будто бы на расстоянии. Почему? Потому что есть вот этот вот страх. Страх близости, страх подпустить к себе людей, страх раскрыться, страх раскрыть свое сердце, показать, кто вы есть. И вот это вот, вот эти вот все страхи, да, они вас удерживают. Здесь просто нужно будет поработать над доверием и, знаете, над желанием открыться, да, вот почувствовать настоящую близость, душевную близость, душевную теплоту. Так, зачем вам что-то менять? Вот прям вот вопрос как раз-таки в тему того, что я сказала, что вот нужно здесь поменять, да, это вот доверие необходимое и уверенность в себе. Зачем вам что-то менять? Зачем вам что-то менять? Ну, потому что вот по шестерке педакли так вы сможете взаимодействовать с миром. Видите, а вы как будто бы закрыты, вы не готовы открываться. То есть вы не готовы отдавать, вы не готовы принимать. Ни то, ни другое. То есть вам так хорошо, поэтому вот вас держит это в прошлом, да, по девятке педакли, когда вы были самодостаточны, независимый, да, сами по себе, немножко в отшельнике, то, что я сказала. Вам так было комфортно. Почему? Потому что вам не надо с людьми общаться, вам не надо показывать себя, да, потому что там безопасно. А так вы будете взаимодействовать, общаться с другими людьми, как кому-то открываться, вы увидите, что кто-то может вас ранить, кто-то, наоборот, может вас порадовать. То есть вы за какое-то постоянство, вы, ну, вам сложно не то чтобы подстраиваться под людей, а вот меняться, да, что сегодня я могу радоваться, завтра вот эти вот качели, они вас эмоциональны, они вас очень сильно напрягают, и вы стрессуете по этому поводу. И потому что, видимо, в прошлом у вас были эти качели, только сейчас качели, они другие. То есть здесь как будто бы ощущение, знаете, вот, вот это вот озеро, оно тихое такое, да, тишь да гладь, и оно ровное. А вам надо вот как речка такая, знаете, журчащая в движении, то она направо, то она налево, то она расширяется, то она сужается. Вот эта вот гибкость и вот это вот то качество, которое вам нужно изменить для того, чтобы взаимодействовать с другими людьми. Вам, понимаете, вам не надо со всеми людьми одинаковой быть. А вы со всеми людьми, мне только здесь карты справедливости не хватало, чтобы вот точно сказать, что вот вы по своей натуре человек, который со всеми одинаково, то есть вот так, ну, на равных. А здесь вам говорят наоборот, то есть здесь есть неравенство, видите, здесь два педакля, а там три педакля. Наоборот, здесь показывает о том, что в зависимости от обстоятельств надо быть более гибкой, более мягкой, да, с кем-то закрыться, кому-то открыться, да, все по обстоятельствам. А здесь этого навыка нету. Вот этот вот навык, то есть не веры, да, когда я верю в себя, я знаю, что в любой ситуации я могу выйти из нее победителем, да, и тогда мне не нужно от каждого желать подтверждения, да, своего какого-то мастерства, либо какого-то своего самоутверждения, потому что здесь ощущение, что вот мы как будто бы от всех желаем, особенно если это люди авторитетные для нас и очень значимые. А зачем вам что-то менять? Ну, потому что очень много вы на себя взяли, да, вот эти вот обязательства, ноша трудная уже, возможно, уже вам самим хочется сбросить, чтобы прийти вот в этот туз пендакли, да, то есть здесь хочется сбросить. И с одним жезлом, здесь, кстати, вот этот вот жезл, да, один, то, что мы видели, он и присутствует, да, то, что вот вам не дает, хочется его бросить, оставить и подойти к этой воде.
нож какой-то, что вы на себе тащите? Выбор, да, вот вам сложно отказаться от какого-то своего выбора. То есть, знаете, вы такой человек справедливый, и здесь хочется сказать, что однажды дав кому-то слово, вы его будете держать, как говорится, до смерти. То есть у вас нету такого, что вы меняете коней на переправе. А здесь, наоборот, мне кажется, нужно вам это качество. Почему? Потому что ситуация меняется, люди меняются, обстановка меняется. Вы меняетесь, да, то есть, да, вы предполагаете, вот, а Бог располагает, и в какой-то другой момент вы вправе изменить свое решение. А здесь вам это трудно сделать. Почему? Потому что вы, я говорю, вот здесь аркан справедливости не хватает. Вы человек, который держите свои слова. Поэтому здесь вам сложно. Сложно сделать какой-то выбор. Вы не можете, как-то, знаете, правильно в каких-то моментах оценить обстановку. Да, вот император, видите, император тоже четверка, это тоже стабильность, да, это постоянство, это вот какие-то рамки, границы. Вот вам надо, чтобы было все стабильно, чтобы все было структурно, чтобы все было по полочкам. А вдруг неожиданно в вашей жизни появляется хаос, и вы теряетесь, вы не знаете, как вам поступить. Вот, и вот здесь вот этого вот как раз-таки вам и не хватает вот этой вот гибкости, да, не вот этой закостенелости по императору. То есть я сказал, значит, оно так и будет, я буду держать свое слово. А именно вот гибкости, и вот эта вот гибкость, она поможет вам делать выбор и оценивать ситуацию правильно. Зачем вам еще меняться? Ну, потому что есть какой-то обман, да, в чем-то вы себя обманываете, в чем именно, что вот, что я не могу идти в новое, ага, вам не видно, что я не могу, либо я не хочу идти в новое, я не могу оставить здесь, знаете, в новое почему не можете идти, потому что здесь по этому аркану надо оставить свои какие-то убеждения, мысли, то как вы привыкли, да, в прошлом, позади. И двинуться дальше. Довериться, да, здесь нужно довериться как раз-таки вот этому паромщику, лодочнику, который бы нас перевел к другим берегам. Но для этого надо вот эти вот шесть мечей оставить позади. А вы не можете. А почему вы не можете? Что вот вас, какие мысли, да, вас сдерживают? Ну вот, чувства. Чувства. Что с этими чувствами? Умеренность. Вы не позволяете себе проживать жизнь по полной, понимаете? Вы не позволяете себе чувствовать, вы не позволяете себе быть ранимым, чувствительным, эмоциональным. Вы не позволяете себе любить, да? То есть вы наполнены, но от этого не можете. Почему? Потому что нет вот здесь, не пришли к этому, нету гибкости. Вы хотите всем людям отдавать одинаковое количество энергии. А такое не получится. Кому-то будете отдавать больше, кому-то будете отдавать меньше. От кого-то будете принимать больше, кого-то меньше, да? То есть здесь вот это вот единственное, не то чтобы это ошибка, но... Если вы подкорректируете вот эту вот гибкость в себе, да, ну вот как-то вот ориентироваться по обстановке, не заранее, не просчитывая, да, не по логике, как говорится, вещей, да, а по обстоятельствам, вот это вот вам тогда поможет. Как вам прийти туда, куда вы хотите? Ну, смотрите, карта сама по себе, да, говорит, шестерка здесь, шестерка здесь, шестерка. Здесь выровнять нужно обстановку. А выравнивание через что? Смотрите, как интересно, да, то есть здесь у нас была, здесь у нас речка такая, знаете, вот тихая, спокойная. Здесь своего рода по луне, да, тоже такая, ну, не знаю, болото, не болото, озеро, не озеро. Ну, что-то такое тихое. А здесь уже речка вот горная, так ключом бьется, да. О чем здесь речь говорит, да, как прийти туда? Ну, здесь я бы сказала, знаете, вам нужно вернуться в ваше прошлое, вернуться в ваше детство и посмотреть, где и когда вы ожидали какую-то помощь, скорее всего, от своей матери. Либо каких-то чувств, либо каких-то эмоций, вам это не давали. То есть здесь нужно вот этот момент проработать. Вот это вот чувство, знаете, откуда у вас император? У вас император идет от ощущения именно в детстве. Я все сам, да, я все сам, я все сама, мне никто не нужен. И
Почему? Потому что не было надежды на либо уверенности в том, что в самый трудный момент придет мама, либо придет какая-то вот такая значимая личность, да, и поможет, протянет руку помощи. Вот вы как будто бы с детства научились опираться только на себя, и поэтому здесь вот этот вот император. И для этого вам нужно было, да, как раз таки все просчитывать, все понимать, все знать, быть уверенным в себе, то есть не опираться на эмоции, либо там вот, да, мне это нравится, и я хочу пойти, нет. Поэтому здесь и нету этого доверия, да, здесь вот холод. То есть если я о себе не позабочусь, обо мне никто не позаботится, да, то есть я не доверяю вообще Вселенной, я ничему не доверяю. Да, я признаю, что такое может быть, потому что все-таки верховные жрицы выходят, знания у вас есть, мудрость у вас есть, интуиция у вас развита, но вы почему-то на нее не то чтобы особо опираетесь, да, все-таки вы больше рациональны, нежели интуитивные. Как прийти туда, куда вы хотите, да? Ну, то есть, во-первых, вернуться в прошлое, посмотреть. Да, вот и видите, в прошлом. В прошлом у нас восьмерка кристалла, да, то есть восьмерка кубков. Мы видим здесь девушку как раз-таки. Как я люблю, когда карты говорят между собой. Вот она сидит, у нее вот это вот разбитое сердце, стрекозы, это как олицетворение души, состояние души. И здесь опять-таки, смотрите, вода, да, эмоции. Опять все это течет, и суть заключается в том, что нужно отпустить, отпустить те ожидания, которые у вас были. Эта карта говорит о том, что не реализовались, да, то есть я огорчена, она здесь грустит, да, у нее вот это вот разбитое сердце, что ее какие-то мечты, надежды не воплотились, и вот это вот разочарование, и которая способствует изменению ее состояния. Поэтому вот то, что было в прошлом, да, что вот кто-то мне не помог, и это повлияло на мой характер, вот это вот нужно излечить, потому что, ну, вам это не надо, не нужны эти обиды держать. То есть как было, так было, да, то есть можно ли это как-то изменить? Нет. Можете изменить себя в настоящий момент. Прошлое изменить вы уже не можете, но себя изменить, да. Отпустить вот этот вот груз, ну, не исполнилось, не исполнилось. Жизнь продолжается, да, и я буду идти вот именно к счастливому вот этому вот состоянию. Это мы сейчас рассматриваем то, что вас не пускают сюда, у вас есть желание, да, вы уже готовы к этому пойти, но вот это вот прошлое, да, то есть нам здесь раскрывает вот это вот ваше прошлое, что вам не дает пойти туда, куда вы хотели бы. Как прийти туда? Как прийти туда? Ну и завершение, да, завершение двойки кубков. Приди к балансу и гармонии. Смотрите, как интересно и как красиво, да, то есть две одинаковые девочки, да, и их объединяет, соединяет их одна коса, двойка кубков. Союз. То есть принять себя, полюбить, да, вот то, что вам когда-то в детстве не додали. И то, что способствовало тому, чтобы вы стали независимым таким человеком, опирались только на себя. Вот, это было направлено на то, чтобы вот эти вот трудности, да, чтобы вы разочаровались и в дальнейшем начали искать себя для того, чтобы к завершению прийти вот именно к единению, к гармонии, к балансу. То есть вот это вот я сама себе и взрослый, да, и родитель. Но и в то же время нужно полюбить вот этого своего внутреннего ребенка для того, чтобы прийти, что произошло исцеление. Здесь вот исцеления не хватает. То есть вот эта вот любовь, которой вы наполнены, да, и вы горите ее отдавать другим людям, делиться. В первую очередь, чтобы вы научились наполнять себя этой любовью, да, давать вот этой вот девочке исцелить свое вот это вот сердце, которое было связано с тем, что здесь поэтому у вас есть вот необходимость получать подтверждение от других людей. Верховная жрица у нас тоже говорит про оценку, про желание, знаете, вот как-то выслуживаться, да, что-то делать для других, чтобы на вас обратили внимание, чтобы сказали, какие вы классные, потому что по Верховной жрице у нас проходит сравнение, да, когда мы сравниваем себя с кем-то другим. И, ну, и поэтому вот этот вот вопрос, почему у других есть деньги, допустим, а у меня нет, почему у других получается, а у меня нет. И здесь единственная преграда, я бы сказала, что это вы сами. Давайте подсказку возьмем.
Не знаю, что скажут карты. Ну, то есть скажут, вот прям вот возьмем одну. Какая нам подсказка здесь? Вот прямая либо перевернутая? Перевернутая, перевернутая. Смотрите, я не знаю, с каком вам видно будет здесь, да, написано «Единение со своим Высшим Я». Вот двойка кубков, да, и вот здесь вот «Единение». Вот так я специально ставлю, потому что, ну, чтобы не отвлекало вверх, потому что перевернутая была. Вот это вот вам подсказка «Единение со своим Высшим Я». Когда оно возможно? Тогда, когда вы проработаете свои страхи, да, проработаете вот свои вот эти вот боли и придете к двойке кубков. Тогда вы сможете вот прийти к единению с своим Высшим Я. Высшее Я внутри нас, да, соединиться, слиться воедино. И будет у вас вот шанс на туз Пендакли и на познание себя. Поэтому, я не знаю, случайно, либо так произошло все в синхроне, название расклада, да, себя найти, понять и стать счастливым. Так вот, туз Пендакли – это про счастье. Как себя найти? Мы посмотрели, да, как понять. Вот мы рассказали здесь, да, вот про эту часть, как себя понять, что нужно сделать. Дальше поработать, с чем нужно. То есть, как понять себя и в конечном итоге стать счастливым. Почему? Потому что придете к соединению с своим Высшим Я. Вот такой замечательный, волшебный расклад, на мой взгляд. Не знаю. Мне понравился. Не знаю, как вам. Жду вашей обратной связи. А я прощаюсь с вами. Всем пока-пока.